И всем привет, дорогие друзья, с вами Скитерман, сегодня мы продолжаем играть в игру Depth. Глубина. Да. Так что... А вот что? Я опять буду играть за Гуду. Да. И после же этой серии я засниму еще одну серию по этой игре, а потом и четвертую серию по Mortal Kombat. Да. Третья серия уже вышла. Смотрите ее. Третья серия вышла. Я там завалил всех один. Еле-еле в ностальгическом костюме. Ну ладно, все это вы увидите сами. Так что сейчас у нас на подходе игра Depth. Будем играть в нее. Надеюсь, ты быстро найдешь нам матч. Очень надеюсь. Очень надеюсь. Спасибо. Ой, как спасибо. Загрузил. Все подключились сразу же. Опять же будем играть за акулу Мако. Серьезно, классная акула. Вот прям вот классная. Вот прям классная, пипец. Вот что я вам скажу. Так, давайте готовьтесь там. Ты мой друг, сородич, по-акульски. Давай тоже готовься, тебя все ждем. Тебя все ждем, акула, блин. Ну чё ты так долго? Чё ты так долго? Короче, не хочет он как бы готовиться. Этот мекс или мех. Он только пишет. О, все. Он приготовился, но он написал Go luck have fun. Я вообще ни хрена не понял, что он написал, ну ладно. Я, пожалуй, помолчу. Да. Ведь это такой момент. Добыча спускается прямо к нам в пасть. Как мне и советовали, я просто буду плыть ускоренным режимом, а не рывками. И все будет классно. И я, пожалуй, их послушаю. Ведь это не дельный совет, так сказать. Пыщ. Я сказал, пыщ. Ладно. Так тоже можно. И вот так посмотрим. Уплываем быстрее. Всех просто сторонок сейчас откроем, блин. Плываем быстрее, пока нас не съели. Ой, блин, съели. Пока нас не зарезали, не застрелили. Блин, не смог я уплыть, не смог. Да, там спрашивают. Я русский. Ну ладно. О, не лезь. Окей. Не лезу. Не лезу, не лезу. Съели, молодцы мы, молодцы. Блин, у нас нету прокачки восстановления здоровья. И тюлени я тут не вижу. О! Да блин, ну я ж только что тюленя увидел. Ну за что вы так? А? Мекс или мех, фиг поймешь. Блин, я подумал, он за стенкой. Ладно. Мой, так сказать, сородич, в кавычках, помог мне. Ну, как помог? Он просто отомстил за меня и съел его. Какой ты беспомощный. Блин, а вот теперь еще какой помощник. Есть, я все-таки успел его съесть, и потом уже меня застрелили. Ух, как хорошо-то.
Ах, хорошо-то, хорошо. Да ну боже, ну что так много всего? Отплываем и... Оп! Ладно, так. Прогнёмся. Потом будет легче сюда доплывать, так сказать. Успел! Съел! Да! Съел! Ура! Съел! И восстановление здоровья. Плыви давай, чувак. Плыви давай, чувак. Ну, ёшкин кот. Что это было, а? Стукнулся. Не-не-не-не. Да ёб твою ж. Не-н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 е. Успел. Уплыл. И уплыл. И здоровье у нас восстанавливается. И давай. Ням! Вот и здоровье нам прибавилось. Видите, как все классно. Только вот он пищал так безжалостно. Не-н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 е
Такой нормальный. Так, где здесь тюлени? Вот они, тюлени. Вкусники мои. Восстановили ХП. И у нас все четко. Блин. Блин. Да! Я все-таки съел его. Хоть и взорвался, но я съел его. А нет, я взорвал его бомбой тоже. Короче, пофиг. Главное, что у меня прибавилось очко за него. Да, теперь будем всех резать своими плавниками. Будем резать своими плавниками. Где этот вот он? Ну блин, почему он такой косой? Серьезно, такой косой. Ну блин, сзади! Твари! Мы отстаем на 42 очка. У нас 16, их 18. Это плохо. Съешь уже кого-нибудь. Да почему у тебя застрелили? Я бы хотел, чтобы ты кого-нибудь съел. Ну блин. Так. Аккуратненько. Че ты смотришь на меня так? Да, я успел съесть. Успел съесть я. Что у меня? Круто, у меня не тратится. Прикиньте, она у меня не тратилась. Способность то. Может, я супер-пупер прокачал эту хрень? Да, теперь я просто плаваю быстро, и у меня не тратится вот эта способность. Круто, очень круто. Очень даже... Очень прямо круто. Ну, ёшкин кот. Ладно, нас уже 11. А их по-прежнему 15. Блин. Поплыли. Желудок качаешь, и потом спокойно вот так плаваешь, что ничего не тратится. Да, я успел тебя съесть. До того, как меня застрелили. С гарпуна, блин. Гарпуны всякие там хрены. Ням! Блин. Ну ладно, хоть друг его съел. Да ну ешкин кот, а? Ну прям вот разорвало двоих. Ну как? Ну просто вот разорвало, мать ваша. Так, они уже плывут. Домой, да? Домой, козлы, плывут. Еще мы вам дадим домик. Думаете, так все просто? Думаете, так... Ну, блин, они за стенкой. Вот когда я думаю, что они за стенкой, они, оказывается, у меня перед рожей. Когда я думаю, что они у меня перед рожей, они у меня за стенкой. Ну, почему так все у меня через жопу постоянно, а? Я не понимаю. Опять все через жопу? Да почему?
Блин, я думал, он ко мне сзади. Блин, нас всего два осталось. Всего лишь два. Так, обнаружение мин давайте. Не помню, когда в последний раз я вообще качал ее, ну ладно. Да блин, опять я думал, у меня как лицо, ну что за фигня? Поплываем там. Этот сигнальник хренов. Ой. Вот это страшненько было. Все, у нас ноль. Прикиньте, он два раза сдох, как бы. И осталось ноль. Так, съели, молодцы. Все, слава богу, оно кончилось. Ха-ха. Я прямо тут. Нет, нет, нет. Ну, блин, меня застрелили последнего. Последнего. Ну, почему? Так, ну, пожалуй, я все-таки буду играть, но уже с ботами. Я решил попробовать, что это за фигня. Поиск соперников у меня никак не находит. Так что давайте вот поиграем. И давайте вот с мегалодоном, так сказать. Никогда этот режим не видели. Вот охота на мегалодона. Это классная фигня. Так что попробуем. Да. Охота на мегалодона. Довольно-таки классная хрень. Тут это одна огромная, огромнейшая, пипипеньшая акула и 5 водолазов. О, я мегалодон. Видите, сколько у него здоровья? Так, это боты. Стоят просто как роботы, блин. Нормально, а? Стоят как роботы, а? Видите, какая огромная просто вот такая. Просто такая огромная. Только у меня выносливости нет, блин. Ненавижу эту акулу. Я лучше буду обычным говняком из этих водолазов. За них интереснее играть. Сложность у них стоит средняя, так сказать. И нужно здесь набрать 15 тысяч. Нифига себе, они меня почти уже убили. Блин, с ботами мне интересно, хоть знаешь, что их, что они тебя легко найдут, потому что они боты, а вот с людьми интереснее, гораздо интереснее с людьми, буквально почувствовать, так сказать. Так, подыщем воздуха, подыщем воздуха. Нет! Ну блин! Я хотел тебя скушать, понимаешь? Чувство. Хотение. Ненавижу за этого мегалодона играть. Все. Да почему, блин? Прикиньте, когда боты, нельзя играть за мегалодон. Блин. Когда ты играешь, можно сказать, с ботами. Ты не можешь играть за водолаза. Это вообще настолько тупо, скажу я вам сейчас. Как так? Ну почему? Я хочу за водолаза играть.
конкретно уже бесит, что у меня мало выносливости. Эй, стали мегалодон. Да мне не интересно быть мегалодон. Ням! Да блин, почему я такой мазила? Бесит уж, что такое мазила. О, боже, что это? Впервые вижу такого осьминожка. Точнее, просто я впервые вижу осьминожку в этой игре. Он ни с кем не взаимодействует, я так вижу. Тупые боты. Тупые боты. Резня. Доминирование. Так, неудержимый просто. Вот это да. Плывем от них быстрее. Так, ну блин, почему мне это интересно, да? Ну за что, что я такое сделал? Серия убийств, серия убийств. Почему серия убийств? Ладно, короче, пофиг. Так, давай, котик. Спасибо, что он восстановил мне мини-писечку ХП. Еще одного котика. Ну где котики вы? Да блин. Ладно, ничего. Блин. Говорю вам, что это супер интересно играть в этот режим. И тут же прям постоянно вот вам скучно. Что-то не то. Ну, конечно, это же ведь боты хреновые. С людьми было бы гораздо получше. Раз в 300 миллиардов. Особенно еще, если такой косой, блин. Да ёпень-попень, а. Чё такой косой вообще? Косой просто неимоверный косой. Ёб твою ж. Да почему я такой косой? Я просто не понимаю. Я вообще косой просто. Вот никак не могу не попасть. Боже. Конец-то. Да почему тут такие твари? Как вас поймать-то не могу, а? Смешно, смешно. Не очень понимаю, за что здесь очки даются. Понимаете? Я не очень понимаю. А, блин. Я опять думал, что он за контейнером. И все-таки сидел. Блин! Не увидел его. Да блин, сейчас бы тройное убийство было. Вот тройное убийство. Да блин. Убийство четверых просто. Убийство пятерых просто жесть. Доминирование.
Клево было, клево. А мне нравятся эти значки. Очень. Вы понимаете, они сейчас просто вот это выигрывают. Я не понимаю, за что у меня очки прибавляются. Да блин, да ёб твою, да? А почему я такой косой? Просто косее никого не бывает у меня. Потому что мистер Кокос, блин. Мистер Кокос. Кто мне звонит? Кто мне звонит? Ну кто мне звонит, мать вашу ж? Короче, да, я проиграл. Я проиграл. Почему же это так? Почему же это так? Ладно. Я съел целый раз. Пофиг, короче. Не, боты это просто говно. Все, просто говно. Не играйте больше, вот не играйте с ботами. Вот, видите, какая-то скукака. Скукака, блин. Скукота вообще прям вот фигня. С ботами невозможно играть. Выбрать все карты. Начать матч. Ну найди. Найди, я не хочу с ботами. А если я выключу игру, значит и запись выключится нафиг. Вот прикиньте, еле я нашел. Прошло где-то минуты 2-3. Хотя должен находить у меня за 10 секунд. И попался нам мегалодон, да. Ух, как хорошо. Вот сейчас будет реально весело. Нормально будет. Прям отвечаю. Так что все. Видите, быстро, что вы можете, да. Вы можете это все прочитать, а я это уже раз 1000 читал. Да. Так, 180 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так, естественно, я человек. И тут нельзя покупать оружие, скажу я вам. Да. Знаете, здесь нельзя покупать оружие. Сейчас я вам скажу, как нужно зарабатывать оружие. Ух, как я вам сейчас скажу. Видите этого мегалодона? Он не может пока что плавать. Вот теперь может. Вот, берем вот это все. Берем. Берем просто. Берем. Эй. Так. Берем всякое золото. Хреново-то. И вот у нас новое оружие. Короче, нужно грабастать много-много золота. И тогда у нас будет новое оружие. Да. Так что вот так. Вот так, в принципе, и играется. Так, зачем я на паузу нажал, не знаю. Так. Все. Так. Где золото? Так, вон мегалодон. Так. Давайте. Сейчас кто-то станет мегалодоном. Я не хочу им быть. Я хочу быть чувачком. Да. Вообще неинтересно. Если убьют мегалодона, то... Ну, кто убьет мегалодона, тот станет самим мегалодоном. Но я не хочу его убивать, а просто его чисто пострелять. Но главное не убивать. Мне вообще неинтересно играть. Такая фигня. Мегалодон. Все мучиться должны, то, что с ним играют. И не радоваться. Вот так вот. Ой. Ой, он здесь, он здесь, он здесь. Ой, мама. Сам на него упал. Ладно, сейчас мы живем. Ой, ушел в попу. Дайте боюсь. Уйди. Пожалуйста. Я тебя боюсь. Мегалодон, блин.
Да почему ты постоянно тут? Уйди от меня. Я слышу, какой... О, вот, вот, вот. Видите, гораздо интереснее, когда не с ботами. И когда ты водолаз, а не хренов. Мега хренов, блин. Ой, он тут. Он тут поплывет сюда. Быстрее, желательно. Желательно. Вот ты где, на тебе просто. Всю работу тебе. Работаю. Пофиг, что я стану им, не голодом, но я тебя уработаю, понял? Наверное. Где ты? Я тебя суп. Я, короче, я уплываю. Я не знаю, где он. Если бы я его видел, я бы его спокойно уработал. А сейчас я его не вижу, мне страшно. Так что я не буду на него нарываться пока что. И на оружие получу. Покуплю. Да. Где это говно? Я хочу здесь все собрать. Так. Собираем, собираем. Сейчас вы увидите это супер оружие, вы офигеете. Смотри, все, больше некуда. Вот это оружие. Чувствуется мощь, не правда ли? Где ты, мегалодон? Я пришел тебя убивать. Он просто пол хп мегалодону сносит. Берет и сносит пол хп. Так, все, снова полные патроны. Так, ну все, завалили, короче. Где этот говнюк? Где он? Мегалодон, вот он. Я просто сейчас уработаю, даже с ножа. Просто уработаю. Если кто-то меня не опередит. Где он? Где он? Я не вижу его, я вижу его. Он кого-то съел, у него больше хп стало. Все, его застрелили, короче. И вот новый мегалодон. Смотри, что будет, если он будет упасть. Ты видишь это? То, что сейчас было, сколько его хп просто снес быстро. Просто четверть хп ему сношу. Кстати, когда мы умираем, у нас на оружие меньше становится. Так что желательно снова теперь вот так вот подобрать оружие. Это обычный гарпун. Да блин, я все-таки схватил! Говнюк! Теперь у меня вообще говно, не оружие стало. Ладно, пофиг, у меня супер автомат. Я тебя съем, говно. Отомщу тебе. Где ты, а? Туда. На тебе, на тебе. Ну блин, почему перезарядка такая долгая? Я бы тебе столько хп сейчас мог снять. Мог бы снять. Если бы не перезарядка, хренатка. Так где выход? Вот. Режу тебя, понял, говнюк. У меня уже говно, а не оружие стало. Теперь точно.
тут забагано уже даже. Под землёй. Берем, все берем, все берем. Сколько тут золота, да? Так, новый мегалодон. Его зарезали. Лапим быстрее, маневрируем, маневрируем, мать его. Он за мной, я слышу его. Ускорение, мать его! Я слышала ускорение, как он на меня гнался. Но за что? Я ведь пытался уплыть. Я пытался. Так, Е нажимай. Ладно, здесь есть такие баганы, то что не собираются. Их собрал, они собрались, но не исчезли. И значит, они больше не соберутся. Далеко тут уже. Просто вот забаган. Какие у него длинные руки, блин, через бетон проходящие, а? Прям пипец. Так, пропустил. Так, вот он ты. А, нет, это обычная гарпашка. Так, у нас пока что обычный гарпун, но тоже норм. Если ты меня уж пугаешь, у меня 3 патрона. Пошел в попу, он рядом. А почему ты постоянно исчезаешь? Не нужен момент, а? Да где ты, мать твою ж? Вот он ты. Мегалодона! Блин! Не успел я выстрелить! Стал мегалодон. Ну блин, столько на нее охотился и сдох, и потом еще другой стал мегалодоном. Ну это вообще никуда не годится. Так, сколько здесь золота, прям охренеть. Скажу я вам. Так, это не берется. Не берется, не берется. Вообще нормально. Они берутся, они что-то стараешься. Что ж ты стараешься? Все равно не возьмутся. Да блин, ну почему ты его зарезал? Говнюк, я хотел его убить. Просто стреляй в него, ему пофиг. Это он мега хуёно. Ой. Поплыли. Поплыли. Всё, плыли от него. Вот этого наглеца. Патроны возьмем. Да блин, какая фигня. Опять убили мегалодон. Ну ладно. Так, он сейчас выиграет. Прикиньте, он сейчас выиграет. Я не понимаю, как здесь это самое, ну вот это самое выигрывать. Очки как-то набирать. Я не понимаю. Все, у нас максимальная оружка. Идем его мочарить быстрее. К
где ты? Вот он ты. Все, прям не боимся. Нати! Нати! Нифига я ему больше, чем по ХП снес. Вот это в рот ему закинул просто. Ладно. Главное, чтобы его сейчас на меня не убили, а. Ну блин! Сейчас его убьют нафиг. Он мой! Ну блин! Ты говнюк! Где мегалодон еще один? Вот он. Поплыли. Я его не боюсь. Так, по 6 золота собираем, чтобы нормально оружие взять. Супер взрывающийся. Вот и все. Мне супер оружие опять. Пошли на мегалодона. Мегалодона. Я вот так назвать не мог. Нати просто. Я тебя не боюсь, понял? Сожри меня, тварь. Нати, тварь, все. Тем более падать. Не знаю, что это за достижение, но я его заработал. Кого мне, твари, съесть, а? А, блин, я думал, опять за стенкой. Ну почему я так всегда думаю? Так, у меня уже почти пол ХП нету. Это очень тупо, скажу вам, очень. Да, блин, полови жирная какашка. Так, давай. Чулень. Вот и хпшки восстановили. Видим. Серия убийств. Нормальненько. Резня. Уже резня. И тюлени, чего такие маленькие? Мне нужно восстановить здоровье. Съем вас всех. Доминирование. Плыву к нему на пролом, а? Один раз только не разомнула и все. Так, что будет после неудержимого? Я так и не посмотрел. Даже с ботами. Сейчас, надеюсь, посмотрим, что будет после неудержимого. Так, и... Ничего не будет, прикиньте. Просто вот ничего. Съел восьмого... И все. Ой, седьмого, и все. И ничего от этого не стало. Уплываем. Уплываем быстрее, они меня бесят. У меня мало хп. Это тупой тюлень, а. Вот, уже более-менее хп стало. Еще более-менее хп стало. Еще более-менее хп стало. Еще более-менее хп стало. Че, ты хотел за мной плыть? Вот ты и приплыл. Поздравляю тебя. Он же плыл за мной. Вот и доплылся, так сказать. Да. Еще за мной кто-то. Вы хотите против меня противостоять, а? Так, главное сейчас тюлени объестся. Иначе мы подохнем. Так, не буду к нему лучше плыть все-таки. Все-таки.
Мне бесит то, что меня видят, как я их. А у меня выносливости мало. И фиг сбежишь от них. О, я быстрее, это долго мука. Меня догоняет и догоняет. Охреневший человек. Охреневший водолаз. ХП этого у меня мало. Все, убили все-таки. Ну ладно. Ну ладно, это было классно. Это было классно. Почему мне кажется, что меня сейчас нет? Ладно, все. Ух, восьмерых убил за акулу и один раз убил за человека. Ну, водолаза. Ух, прям серия на 40 минут. Кому понравилось? Лайк. Так что это открытая кровавая ярость. После убийства водолаза акула впадает в ярость и на протяжении небольшого отрезка времени быстро восстанавливает выносливость. О, круто. Круто, круто. А, это по уровню. Если уровень у меня повышается, ну, значит, у меня и повышаются всякие скиллы к акуле. Круто, круто. Ну, а я бы хотел с вами попрощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, пока. Пока-пока.